Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. Сегодня я хочу вам показать вот такую интересную модель кардигана, жакета, его можно и так, и сяк назвать, свободного кроя, с такими эффектными кругами на рукавах, да, то есть у нас рукав необычный, с такими рельефными, выступающими, интересными кругами. А сам связан кардиган платочной вязкой. И спереди, и сзади вы видели на фотографии, да? Ну, что хочу сказать. Выкройка довольно простейшая, как бы, да? Вяжется тоже очень быстро, поскольку пряжа у нас средняя, да, как бы. Но она не совсем прям такая и толстая пряжа используется, но и не совсем уж такая и тонкая, скажем так. Спицы я буду использовать номер 4, а пряжи я вам сейчас покажу. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания данного кардигана я выбрала пряжу полушерстяную фирмы Alize Classic Lana Gold. Это 49% шерсти и 51 акрил. Вот. Турецкая пряжа. Метраж у нее 100 грамм 240 метров. Пряжа довольно хорошая. Я из нее вязала очень, в принципе, много детских вещей. Мужу вязала жилет. Себе вязала тоже теплый кардиган. В принципе, мне она очень нравится, потому что она реально теплая, объемная, что немаловажно. Вот. И вот такой я придумала узор. Вот так выглядит окончательный вариант вот этого объемного, или как его сказать, круга, который украшает рукава нашего изделия. Вот. Это патентная резиночка. Это окончательно вот такой мой вариант. Тут я вот тренировалась вот в этих вот местах. А здесь я как бы вот так окончательно остановилась, считая, что это будет, наверное, наиболее приемлемо. Видите, он такой объемный, с двух сторон он получается одинаковый. Да? Я много вариантов перепробовала этого круга связать его, чтобы он вот так выделялся, да, в полотне над платочной вязкой. И остановила свой выбор именно вот на таком варианте. С изнаночной стороны это тоже выглядит довольно интересно. Видите эти круги? Но здесь нет вот такого рельефного вот этого рубчика, да, скажем так. Это изнаночная сторона, я вам показываю, девочки. Может быть, кому-то это будет интересно. В своем мастер-классе я показала, как делать набор планки по горловине, по нашей, по полочкам. Поднимаем петельки. Это вот у меня сейчас изнаночная сторона планки, я показываю. Ну, в принципе, я вот так подумала, если делать моим способом, то вот этот вот рельефный такой рубчик тоже, он будет очень гармонично смотреться, да? То, что у нас вот здесь идет одна, как бы лицевая, да, такая рельефная. И здесь, да, в принципе, как будто прям в узор вписывается планочка. Если мы вот так придумаем отделать, да, девочки. Вот, а так, если как обычно, то это вот такой вариант планочки. И я сказала, с какой частотой немного, ну, чтобы поднимать петельки, с какой частотой, в какие дырочки рекомендую вам подъем совершать. Показываю. Так, это опять изнанка. Ну, в общем, что тут еще? В принципе, все я объяснила. Патентная резинка, как вязать, я тоже показываю. Схема такого узора тоже есть.
Вот, мои хорошие, может быть, вы придумаете какой-то свой вариант вязания таких объемных кружков. Но вот у меня родился именно такой. Такой, в принципе, я не считаю он самым плохим. Конечно, он не похож на тот вариант, но там машинная вязка, это однозначно. И, в общем, связать так руками, ну, может быть, кто-то придумает, пусть напишет в комментариях, на его взгляд, как можно связать такие объемные кружки. Резиночка именно. Там резиночка используется. Так, мои хорошие, давайте сейчас я вам покажу выкройку нашего кардигана и, в общем-то, собственно, схему. Конечно, я прошу прощения вот за такую выкройку. Как бы рисовала руками и, в общем-то, что получилось, то получилось. Может быть, немного каракули, но во всяком случае можно разобраться здесь. Размеры проставлены. Просто я долго пыталась найти что-то наподобие, что мне подошло, как бы, да. И, в общем, брала я вот такой вариант выкройки. Здесь рукав не такой, как видите, да. И размеры уж очень гигантские, как бы вот это вот 27,5. Это получается у нас 55. Это, ну, не то, что я хотела бы на 42 размер. Мне показалось, что 55 – это довольно большая как бы ширина, да. Ну, в принципе, девочки, можете сделать скрин вот этой выкройки. Может быть, кому-то подойдет. Здесь вот тоже 30 сантиметров у нас идет. Вырез горловины, в принципе, подходит. Можно описание, которое я сделала для своей выкройки, подогнать под это. Ну, а рукав, девочки, он просто прямой. Вообще прямоугольник, как бы, да. Начинается с манжеты, вот резинкой мы вяжем, да, узкая часть. А потом сразу резкое прибавление и просто прямоугольник на одну и ту же ширину. Он вяжется без скоса, как вы видели, да. Вот. Какой у меня еще был вариант? Вот такой был вариант выкройки тоже. Здесь, видите, очень подходит, что планка у нас потом вяжется. Как бы тоже приятный был вариант. Рукав вообще никакой, совсем никакой, да. Ну, то есть, в общем, то, что я придумала, вот поэтому, по этой выкройке схематичной, я и написала описание, как бы, да. Схема и узор вы тоже видели, что немного все это дело не получается сделать вот с таким эффектом, как у них рукавом, потому что это все-таки машинная вязка. И вот такой вот вариант. Ну, резинка здесь явно патентная, а вот как они ее такой рельефно сделали, я предположила, что она двойная, как бы, да. Но может быть и двойная, да, может быть и двойная, но я придумала свой вариант, не знаю, насколько он похож, я нарисовала вот так, распределила петельки, вы видели, я несколько вариантов пробовала вот этих кружков нарисовать, да, вязала я тоже другим вариантом, но вы все равно суть уловите, как бы, то есть я начинала с лицевой, вот видите, где у нас вот это 16, вот этот вот круг, это 13 петель, да, занимает. И вот я начинала вот не вот с этой изнаночной, это изнаночная, а вот такая линия вертикальная, это лицевая, да. То есть я начинала с лицевой, потом у меня шла изнаночная, лицевая, изнаночная, да. А когда я перевернула все это дело наизнанку, я поняла, что начинать нужно именно с изнаночной, а потом делать лицевую, да. В этой патентной резинке она вяжется обычно, да, череда лицевая и изнаночная, особенность в лицевой петле, да. Мы вяжем, я показываю это потом, когда мы будем вязать этот узор, мы вяжем лицевую петлю, вводим спицу в предыдущий ряд, под лицевой, да, и оттуда вынимаем петельку, вывязываем лицевой петлей. Вот вся и особенность. Причем так мы делаем и в лицевых рядах, и в изнаночных. Везде лицевая петля у нас вяжется вот такой особенностью. И за счет этого получается вот такой вот вариант объемного
круга, то есть он будет сильно отличаться от платочной вязки, немного таким будет он рельефным выступать, да, какой-то вот схожести с оригиналом все равно явно присутствует. В общем, я предлагаю вот такой вот вариант вязания круга. Возможно, среди мастериц найдется человек, который сделает это более красиво, придумать свой какой-то вариант вязания этого круга. Я попробовала, девочки, и сделала вот такое вот как бы предложение рационализаторское, да. Смотрите, у нас раппорт узора составляет 40 рядов, да, и по ширине, сколько же я тут набирала, я уж и не помню. Вчера это дело было, надо посчитать. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, да? Я там пишу в описании первые 13 петель. Это значит, что для симметрии по рукаву мы добавляем вот эти 13 петель первого круга. Дальше идет 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 петель ровно у нас. Раппорт узора. Вот. И плюс 13 петель вот этот круг. Украшением у нас вот этот узор мы применяем только на рукавах. Конечно, вы при желании можете связать весь кардиган, но вообще кардиган на модели, как вы видели, вяжется чисто платочной вязкой. И описание я составила только для платочной вязки и для рукавчиков. И вот так выглядит мое описание. Я его под видео выложу, да. Мы определили плотность в сегодняшнем мастер-классе, да. Я не пишу расход пряжи. Давайте напишем приблизительный расход. Ну, давайте напишем расход. Опять-таки 240 на 100 грамм, да. То есть довольно толстая у нас расход пряжи. На такой кардиган, наверное, будет маленький размер, пойдет 500-600. Я бы вот так сделала, обозначила. Потому что все-таки пряжа довольно объемная, да. Даже, наверное, 500 мало будет. Ну, хотя, давайте 600 грамм. Вот так, девочки, это будет более правильный вариант. 600 грамм, а на больший размер там уже будет больше расход. Все-таки вот так. Может быть, и 500 хватит. Очень сложно сказать. Так, описание. Здесь попетельное описание, исходя из нашей плотности вязания составлено. Вот, и той выкройки, которую я прикладываю. Все это будет под видео. Да? Левая полочка тоже, правая полочка симметрично лево вяжется. Рукавчики. По рукавчикам я уже сказала, как я. Вот здесь я пишу, видите, распределяю узор 13 петель первой по схеме. Это для симметрии, я подчеркиваю, да, девочки. То есть у нас умещается полных два раппорта, 60 петель по 30 петель раппорт, да. И дальше добавляются 13 петель для симметрии. И мы ровно вписались вот в такой вариант. 75 петель у нас получается по нашей плотности. Рукав довольно широкий, и про форму его, выкройку, я тоже сегодня уже заостряла внимание. Да? Дальше, по сборке. Когда вы выполните плечевые швы, надо будет связать планку. Да? Планочка у нас на высоту 4 см, резиночкой 2 на 2 будет вязаться. И как поднять планку, я тоже показываю в своем мастер-классе. То есть через какой как бы, интервал нам выполнять вот эти поднятия петель. Да? Я показываю, как это делаю я. Причем предлагаю вам такой еще вариант, что вначале-то я делала, как бы это у меня было лицо, а по факту получилось очень красиво, когда у нас... Ну, в общем, посмотрите, о чем я говорю. Даже не знаю, как это сейчас сформулировать. У нас получается такой выпуклый рельефный ряд при поднятии, что его, возможно, имеет смысл по лицу пустить. Вот как бы вот этот вот
петля у нас идет лицевая, да, такая крупная она, выступ такой, очень гармонирует с самим узором, как бы, рукавов вот этих, где у нас идет одна лицевая петля, да, очень там классно смотрится. Так, ну и по сборке это все как обычно, вшиваем рукава, втачиваем, все будет хорошо. Так, мои хорошие, давайте приступим. Я покажу, как вязать узор. Это у меня была первоначальная версия узора. Вот, то есть я первоначально, я уже это поясняла, да, по схеме, первоначально это было совсем не так, да, то есть вот здесь у меня была лицевая, изнаночная, вот, а, собственно, по расположению рядов, петель, все именно этому соответствует. Поэтому, когда вы будете вязать, обязательно обратите внимание вот на эту схему. Девочки, пользуйтесь этой схемой, а не той, которая будет у меня в... Я уже смонтировала, я уже как бы сняла этот мастер-класс по вязанию узора, да. Все то же самое остается, только меняется вот начало петли у нас будет здесь изнаночная, лицевая, видите, по схеме. Я изменила схему. Если кому-то это заставит большие сложности, то вы можете вязать узор так, как я там рассказываю, как бы вот так. А так руководствуйтесь вязанием вот этого круга именно вот этой вот последней версией схемы. Вот таким образом. Я там объясняю, как у нас вот этим вяжется патентная вот эта резиночка, да, а так, собственно говоря, по схеме свяжете без проблем. Пустая клеточка, как вы поняли, это платочная вязка. И платочная вязка, вы знаете, вяжется и в лицевом, и в изнаночном ряду только лицевыми петлями. То есть вот таким образом. Вместо пустой клеточки у вас идет просто лицевая. Что с изнанки, что по лицу. Она одинаково вяжется. Вот, собственно, вот таким образом. Все я вам рассказала. Давайте с вами посмотрим, как вязать узор. Как рассчитывать плотность. И, в общем, нужные вот эти все моменты, заостряя на этом внимание, как рассчитать плотность по горизонтали и по вертикали. Тоже, кому интересно, можете посмотреть после того, как мы свяжем узор. Итак, мои хорошие, для вязания образца будем набирать с вами 34 петли. Почему 34? Поясню. Смотрите. Значит, сам раппорт 30, да? И мы для симметрии добавляем вот сюда. То есть вот тут, видите, две дополнительные петли, да? Вот сюда еще я справа добавляю эти две дополнительные петли. И, конечно, две кромочные. Получилось 34. Для симметрии. Просто иногда спрашивают что-то там, куда я дела, что-то там, куда я добавила, что-то у них там не получается. Я вам поясняю, вы не смотрите мои пояснения, задаете потом вопросы. Спицы 4, набираю 34 петли. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Продолжаем. Так, мои хорошие, начинаем с вами вязать первый ряд. И у нас первая кромочная. Дальше идут две лицевые. Дальше мы вяжем с вами лицевая. А, еще две лицевые. То есть эти первые две у нас были для симметрии. А теперь пошел раппорт. Две лицевые, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И вот здесь надо, чтобы их было 5. В нашем круге участвует 5 лицевых. И я считаю 1, 2, 3, 4. Значит, еще раз так надо сделать. 1,
2, 3, 4. Еще раз изнаночная, лицевая. Теперь 5 должно быть. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше идут лицевые петли, они у нас будут платочной вязкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, а здесь 8. Так, сейчас вяжем платочную вязку 9 петель. В этом ряду они у нас лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше. Платочной вязки 9, 10. Дальше 11 вяжется лицевая. Она у нас будет вот эта вот петля, видите? Вот эта петля выделяется лицевая. Так, и дальше опять 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это платочная вязка, кромочная вяжем изнаночной. Следующее, что мы вяжем, второй ряд. Переворачиваем, вяжем. Первая кромочная. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Изнаночная. 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лицевых. Да? Теперь у нас с вами идет патентная резинка. И мы вяжем первое изнаночное. Затем лицевую мы вяжем, видите, я ввожу спицу в предыдущий ряд, вот сюда в петлю, и отсюда вытягиваю лицевую. Дальше опять изнаночная, снова ввожу сюда, вот в предыдущий ряд вытягиваю лицевую, изнаночная. И так все лицевые у меня вытягиваются из предыдущего ряда, видите? Я их вывязываю вот так петлей. А эту снимаю просто. Так, изнаночная, да? И 4 у нас получается лицевые. Это платочная вязка. Так. Значит, следующий ряд у нас третий. Он будет очень похож на первый. Один в один. И вяжем мы его как? 4 лицевые, это платочная вязка, и вывязываем с вами патентную резинку. Вяжем, видите, ввожу спицу также сюда, в предыдущий ряд вытягиваю лицевую изнаночной, снова ввожу спицу, предыдущий ряд снимаю изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Связали, да? Патентная резинка. Дальше идут у нас 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? И вот эта лицевая, которая идет у нас вот так через всю платочную вязку, как говорится, рельефная такая. Лицевая, видите, вот она. Дальше идут 8 лицевых, это платочная вязка. Кромочную вяжем, вот такой изнаночной. Переворачиваем. Четвертый ряд мы вяжем так же, как вязали второй, один в один. Пятый ряд. Начинаем с 2 петель платочной вязки, которые у нас для симметрии были, помните, набирались справа. И теперь начинаем расширять наш круг, добавляем 2 петли патентной резинкой, лицевая, изнаночная, да? Тут я просто лицевая, изнаночная вяжу, а здесь продолжаю за вытягивать лицевую из соседнего ряда, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, снова лицевая. Теперь добавляем 2 петли, изнаночная, лицевая. Так,
И далее у нас продолжается уже теперь 8 лицевых, это платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, наша лицевая. Дальше опять идут 8 лицевых платочной вязки. Так, связали. Переворачиваем. Вяжем с вами шестой ряд следующим образом. 8 петель лицевых. Платочная вязка наша. Изнаночная. Снова 8 петель лицевых. Теперь резиночку вяжем патентную, изнаночную, лицевую вяжем из соседнего ряда, изнаночную, лицевая из соседнего ряда. В общем, вяжем эту резиночку. Так. Так, изнаночная. Связали. И оставшиеся у нас 2 петли. Это наша платочная вязка, вяжем их лицевыми, и кромочная, изнаночная. Понятно. Вяжем с вами 2 лицевые. Это наш с вами платочная вязка. Добавляем к ним и еще 2 лицевые. То есть это у нас была с вами симметрия. Это уже наш раппорт пошел 2 петли. И дальше продолжаем вязать патентную резинку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая. Так. И смотрите, что у нас дальше идет: изнаночная, снова лицевая. Так. И вот здесь теперь мы убираем эти 2 из патентной резинки, вяжем их просто платочной вязки. 2 лицевые. И продолжаем по схеме вязать. У нас получается их всего 10, как и раньше было. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 лицевых, лицевая клинышком, который идет, и далее идут 8 лицевых платочной вязки. Связали. И мы вяжем следующим образом. Идут у нас 8 лицевых платочной вязки. Изнаночная, 10 лицевых платочной вязки. Так, связали. И дальше у нас с вами идет наша патентная резинка. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная и 4 петли платочной вязки. 1, 2, 3, 4 и кромочная. Так, дальше у нас идет с вами. Таким образом вяжем. Значит, вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вообще 8. Мы же с вами добавили здесь для симметрии 2, да, петли. Поэтому у нас получается 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Дальше у нас идет лицевая по центру. И дальше идут 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это будет у нас формироваться здесь платочная вязка. И теперь у нас начинается с вами вот этот наш новый круг. И мы вяжем с вами лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И остается у нас 4 петли платочной вязки. Мы вяжем их лицевыми и кромочные. Связали. Вяжем с вами 4 лицевые. И начинается у нас наш кружок. Изнаночная, лицевая патентной резинки за предыдущий ряд. Изнаночная, да, лицевая патентной резинки. В общем, начинается патентная резинка. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, да. И снова лицевая, изнаночная. И дальше у нас вяжется с вами 10 лицевых петель платочной вязки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше вяжем изнаночная. И дальше у нас идут 8 лицевых платочной вязки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И кромочная, изнаночная. Связали. С вами первые 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше идет наш клин, вот этот, лицевая. Дальше идут 8 тоже лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 лицевых. И у нас с вами получается, добавляем еще 2 петли к нашим патентной резинке. Вяжем лицевая, изнаночная. И продолжаем патентную резинку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Добавляем еще 2 петли к патентной резинке. Вяжем с вами лицевую. И дальше у нас с вами идут 2 петли. Это платочная вязка, кромочная. Так, сейчас у нас с вами будет вязаться. Вяжем с вами 24 ряд. 2 лицевые. Вяжем патентную резинку, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И начинается у нас с вами 8 петель платочной вязки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше идет изнаночная и опять 8 петель лицевыми. Это платочная вязка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и кромочная. Сейчас у нас с вами будет 2. Что у нас с вами здесь добавилась патентная резинка. И лицевые мы вяжем, вот эти крайние. Также
как и в любой патентной резинке, вводим спицу в предыдущую петлю предыдущего ряда. Не забываем об этом. То есть сейчас мы с вами, девочки, вяжем самостоятельно. У нас идут 8 лицевых платочной вязки. Лицевая. Далее идут у нас с вами еще 8 лицевых платочной вязки. И смотрите, здесь мы тоже с вами убираем из нашей патентной резинки 2 петли, включаем их в платочную вязку. То есть я их провязала как 2 лицевые, да? И наш с вами патентная резиночка, вяжем ее, что-то там петельки какие-то торчат непонятные, и вяжем ее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И у нас с вами здесь добавляется в платочную вязку 2 лицевые и еще 2 лицевые были платочные вязки, кромочные. И дальше мы вяжем с вами следующим образом. Вяжем с вами 4 лицевые платочные вязки. Дальше у нас идет патентная резинка, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И здесь у нас с вами еще идет изнаночная. И начинается платочная вязка. 10 лицевых платочных вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да? Вяжем изнаночную. И 8 лицевых платочных вязки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и кромочные, изнаночные вяжем. Так, мы с вами используем горячий пар. И сейчас наш с вами образец очень стал такой горячий, влажненький. И мы с вами его вот так потянем в разные стороны, да? То есть как он у нас, собственно, будет носиться. Вот так он будет носиться, и мы с вами все это дело потянули в разные стороны, да, и положили сушить еще раз. В процессе носка у нас будет и в длину тянуться, и в ширину, да. То есть все, я вот так максимально его во все стороны растянула, пусть посохнет. Так, я сейчас, девочки, меряю ширину нашего полученного образца 22,5, и мы набирали с вами 34 петли. 34 петли поделить на 22,5. Получается 1,5. То есть у нас плотность по ширине, вот здесь я записываю, да, 1 в 1 сантиметре, у нас получается 1,5 петель. Теперь что касается по вертикали плотность. Также измеряем нашу высоту полученную. Получается 15. Один ряд я не довязала, поэтому пусть будет 15,5. Итак, у нас у меня участвовало 35 рядов. И поделить это все на 15,5. Получаем 2,2. Там можно 2,3 написать. Хорошо, напишем 2. То есть мы пишем, что у нас по вертикали 2,25 рядов умещается в 1 сантиметре. Так, вот такая плотность, девочки.
А сейчас по выкройке необходимо нам составить описание и правильно распределить узор. Девочки, долго очень искала выкройку, так и не смогла найти то, что мне нужно. И я вот так вот нарисовала то, что хотела нарисовать. Значит, на 42-44 размер, может даже на 46 пойдет. Нет, но все-таки посвободнее на 46 надо сделать. Смотрите, 52 сантиметра, считаю, ширина должна быть. Рукавчик у нас в ширину 25. Считаю, будет достаточно приемлемой ширина. Так, и получается у нас, что еще? Ну и все, в общем, размер здесь я проставила, да? Правая, левая, так. И по ней уже составила описание, мои хорошие. Составила описание, да? И рукав. Рукав по-другому вот так нарисовала уже. Тут вначале хотел 48, потом все-таки сделал 50 сантиметров в ширину, да. И рукав у меня, сколько я там написала, 44 сантиметра. И меня интересует, как расположить узор. И я вот таким образом вам сейчас рассказываю, как у нас на рукавчике будет узор. Девочки, смотрите. Значит, у нас рукавчик получается 50 сантиметров. И я умножаю на нашу плотность 1,5. У меня получается 75 петель. 75 петель. Как я их распределяю? Смотрите. Значит, у нас раппорт узора, вы помните, да? 30 петель. Вот раппорт узора, 30 петель. У меня умещается ровно 2 раппорта. И смотрите, для симметрии я добавляю вот эти первые 13 петель. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, да? То есть вот эти нашего, собственно, самого вот этого, вот этой вязки. Добавляю этот узор еще для симметрии вот сюда слева. Вот я схематично изобразила, да, 2 раппорта узора и 13 петель первые от раппорта. Вот по кромочной справа-слева, итого 75 петель. Я думаю, что это понятно, да. Дальше. На резинку мы будем набирать 40 петель на рукавчик. И здесь будет большая прибавка, прям сразу в последнем ряду резинки делаем очень крупные прибавки. Чтобы довести, видите, с 40 петель до 75, нам сделать надо 35 петель прибавок, да? Ну, грубо говоря, через каждую одну, да, петлю мы будем делать прибавку. И затем вяжем высоту 44, это общая высота, получается 39 сантиметров. Вяжем высоту этим узором, да, и закрываем все петли, не очень стягивая. И что у нас касается... Значит, вот этого вот вязания тоже я здесь расписала, да. У нас U-образный вырез будет. И, в общем-то, здесь все будет понятно. Все описание будет под видео выложено, девочки. Если какие-то ошибочки будут, найдете у меня, пожалуйста, сильно там не гневайтесь. Человеческий фактор, да, но очень старалась я вам все так как бы досконально объяснить. Единственное, вас, значит, что меня смущает, я не посчитала вам петли, которые нужно будет поднять. Положим, у нас планка, да, вернее, мы ее поднимаем только. Поднимаю я спицами обычно вот таким образом, за две сразу, да, как бы вот так. Так, таким образом, чтобы вот этот вот некрасивый шов, да, у нас шел, там он оставался сзади. Вот так, девочки, смотрите, как я обычно делаю. Раз, два, допустим, три, да, а в четвертую я делаю между вот ними, вот так. Вытягиваю петельку, да, опять вяжу. Раз, два, три, а в четвертую где-то вот так вот, вот с такой вот с таким, как это сказать, шагом обычно у меня идет прибавка не в каждую, да, а вот раз, два,
3. И вот здесь у меня будет идти между. Еще раз показываю. Вот, в общем, вот с такой частотой я обычно делаю поднятие петель. Вот. И так полотно не будет сильно стянутым и не будет очень свободным. Вот, на мой взгляд, вот такая вам рекомендация по набору. Да? Ну, давайте сейчас проверим. Так, у нас же есть такая возможность? Есть. Что тут у нас? Где я тут прибавку сделала? Раз, два, три. Ага. Дальше продолжаем. Раз, два, три, да? И в четвертую вот такую вот делаю, вытягиваю петельку. Раз, два, три. Так, тут, в общем-то, вот так достаточно будет, да? И дальше, смотрите-ка. Так, это все вытаскиваем, уже не нужно. Это вот у меня изнаночная сторона, девочки. Я по лицу поднимаю. Так, и дальше что можно сделать? И вяжем мы. У нас с вами резинка 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные, да? То есть 2 изнаночные у меня получилось, 2 лицевые, 2 опять изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Возможно, у вас есть какой-то свой вариант. Вот у меня такая сейчас идет чистая импровизация. Так, связали. Переворачиваем и смотрим. Ну, я считаю, оптимальный вариант, как я вам показала, не будет стягиваться и не будет свободно. Да? Давайте продолжим немножечко, сколько рядов нам понадобится, чтобы связать на 4 сантиметра. Тоже надо посмотреть. У нас там 2,20 было. То есть это получается сколько же рядов? Сейчас посмотрим. Ну, резинка есть резинка. Потом у вас, девочки, может быть пряжа другая. Вы же не обязательно будете из этого вязать, да? Но я просто вам показываю, как бы по аналогии. Всегда легко повторить. Согласны со мной? Я считаю, нормально будет, девочки. Я считаю, нормально вот с такой частотой. То есть 3 поднимаем из каждой вот этой образованной петли, да, по краю. А между 3 и 4, между ними вытягиваем еще дополнительную. Смотрите, мои хорошие, вот так это получается. Не очень это получается плохо. А скорее всего хорошо получается, да, не стягивает у нас свободно такая получается планка. Затем, когда будете потом петельки закрывать, тоже смотрите, чтобы это был оптимальный вариант. Закрывать можно как на лицо, так и на изнанку, кто как любит, да. Вот здесь у нас никаких пуговиц не будет, и в общем они не предусмотрены. Для них отверстие тоже не нужно делать. Просто вяжите резиночку. Вот таким образом. Можете сделать через 4, между 4 и 5 прибавочки, если кто-то посчитает, что это слишком свободно. Но мне кажется, нормально, да? Между 3 и 4 такую вытягивать дополнительную. Так, ну все, мои хорошие. Все у вас есть теперь для того, чтобы связать данный шакетик.